Это картинка с уличной камеры видеонаблюдения на Мартемьяновской, 44. Видно, как во двор въезжает автомобиль. Сначала не вписывается в поворот и задевает одну припаркованную машину, но едет дальше и контактирует еще с одной. Оказывается, это случилось сегодня около 5 часов утра. Водитель – 20-летний житель Котласа, на пятнашке. А подрихтовал он сначала ДМ «Атис», а потом «Иш». Совершив сразу два ДТП, парень скрылся, но его быстро нашли, спящим в его же машине. Впоследствии данный водитель был установлен сотрудниками отдельного взвода ДПС ГИБДД. Ими оказался 20-летний житель города Котласа. Значит, по результатам освидетельствования состояния опьянения у водителя было установлено состояние опьянения. Виновник двойного ДТП сообщил полиции, что выпил после аварии. Но ему это не поможет. Сейчас он задержан и ожидает суда в камере. Машина на штрафстоянке. За употребление алкоголя после аварии он точно лишится прав и получит 30 тысяч штрафа. А за оставление места ДТП может еще и на 15 суток присесть. Хотя это вряд ли его огорчит. Юноша-то тертый. Хотелось бы отметить, что данный гражданин в 2019-м также неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. На данный момент водитель имеет водительское удостоверение, которое он получил в августе 2020 года. Ну что ж, повторим давно известную истину. Оставляя машину во дворе, каждый автовладелец рискует проснуться утром и обнаружить привет от какого-нибудь весельчака. Светлана Дейнека, Александра Гаврилова, Алексей Вачик, Котньюс.